Добрий вечір, дорогі телеглядачі! В ефірі «Лот наживо», що на боці правди на вашому боці. Ми розпочинаємо наш другий інформаційний блок в традиційний час о 16:45. І наступні півгодини для вас у студії будуть працювати Денис Смоляний і Олеся Вакуленко. Я напоминаю вам, що «Лот наживо» – це не тільки свіжі новини, актуальна інформація, але й платформа для живого діалогу. Дзвоніть нам в студію по номеру 050-210-08-98 і пишіть на нашу страницю в Фейсбуці «LifeLotLife». Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. Ну, ми, як вже і анонсували, розпочинаємо наш другий гость вже по гарній традиції з гостя. І сьогодні у нас у студії Раїса Родіна, начальник служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації. Пані Раїса, добрий вечір. Добрий вечір. Хочеться розпочати розмову так з приємного, з того, що сьогодні свято. Які були заходи, кого сьогодні, як вітали? Вы знаете, действительно, это праздник, День Святого Николая, вот, наверное, праздник прежде всего детворы. И сегодня на уровне области были, конечно, как запланированы и проведены очень много, вот, на мой взгляд, интересных мероприятий. Но, во всяком случае, после этих мероприятий в общении с детьми действительно было много отзывов, как замечательно, как прекрасно это все проходило. Самое большое такое вот и массовое мероприятие у нас было сегодня в музыкальном училище областном с участием губернатора области, где вначале он поздравил деток, которых родители погибли в ходе военных действий здесь у нас в области. Вот. Ну а затем поздравил уже всех детей городов и районов области, которые делегации сегодня представили. Это были абсолютно все города и районы. Вот. Дети, которые, конечно, из приемных семей, детских домов, дети-сироты, оставшиеся без опеки родителей, конечно же, дети из многодетных семей и дети интернатных учреждений. Губернатор области всех деток поздравил, вручил им сладкие подарки, вот, ну и, конечно, показали замечательное сказочное представление, вот, где, я говорю, у детей было столько восторга, столько вот, впечатлений, что вот и сегодня еду к вам на передачу и встретила девочку, которая уже после этого мероприятия. Вот она меня узнала и начала мне рассказывать, как замечательно, как ей понравилось, что и она принимала участие в этой сказке. После всего еще сегодня губернатором области были посещены областная детская больница, Лисичанский центр социально-психологической реабилитации для детей, где он также вот и посмотрел объекты, вот, и как ведется строительство, и какие проблемы и вопросы возникают в этих учреждениях. Вот, также поздравил всех детей, вот, принял участие в праздничном представлении, которое дети готовили сами. Вот, ну, и вы знаете, вот, если говорить о реабилитационном центре Лисичанском для детей, то вот просто ну, хочется отметить, что, как правило же, там дети прибывают временно. У нас там ну, вот, неделю только поступил мальчик, там, вот, до 6 там, месяцев, в исключительном случае до 9 месяцев. Но дети настолько старались, они настолько показали и свое творчество, и свое мастерство. Вот, и пели, и стихи рассказывали, и художественные номера показывали. Вот, настолько это вот, приятно, что дети рассказывали, открываются совершенно по-другому. Вот в семьях, вот особенно те, из которых мы их изымаем, в приюты, в центры, вот понятно, что они этого не видят и не знают, и не умеют это делать. А здесь вот с ними работают, и сегодня Юрий Григорьевич тоже посетил это учреждение, вот поздравил деток, и они, в свою очередь, подарили нам, всем взрослым, праздничный концерт. Вот. Ну и, конечно же, сегодня во всех городах и районах проходили подобные мероприятия. Я хочу сказать,
сказать, что накануне тоже была посещена станица Луганская у нас. Там у нас находятся 3 детских дома семейного типа, которые также губернатор не оставил без внимания. И вы знаете, вот хотелось бы вот тоже отметить такую положительную тенденцию, что в один из своих визитов Юрий Григорьевич познакомился с детскими домами семейного типа, семьями переселенцев. А вот один из Лутугинского района, один из города Луганска. А вот, ну, посмотрел, что в каких условиях им приходится жить. Вот, и пообещал решить вопрос приобретения домов для именно этих детских домов. На сегодняшний день деньги выделены. Вот, и, в принципе, там, ну, до конца года должен быть решен. Дома уже подобраны, уже, ну, остаются только вот эти вот вопросы нотариально оформить. Вот, а так уже вопросы решены. И, в принципе, сегодня уже семьи, одна даже пока вот на условиях аренды, уже проживает в этом доме, и вторая готовится к переезду. А также посетили еще уже наш давнишний детский дом семейного типа в селе Камышное, это Слободенюк Александр Николаевич, который один воспитывает 6 детей. Вот, и тоже посмотрели, узнали о их там новых каких-то проблемах, планах детей, которые они строят на сегодня и на будущее, где будут учиться, заканчивая школу. Так что мероприятие проходит практически во всех городах и районах. Вот, и я думаю, что ни один ребенок, особенно на сирота или оставшийся без опеки родителей, не остаются без внимания. Мы даже сегодня с Ольгой Петровной были в детском доме семейного типа в Кременском районе, село Кудряшовка. Тоже 6 деток поздравили с праздником. И посетили кадетский лицей. Вот тоже ребята показали и свои поздравления. Вот, и в свою очередь руководство области поздравило их, там вручили им тренажерный зал. Вот, с тем, чтобы ребята чувствовали праздник и понимали, что они не остаются без внимания и заботы. А вот насколько сложно подготавливать такие праздники? Ведь, ну, подготавливать праздники для детей – это приятно, само собой. Но, с другой стороны, есть вот такой груз и, возможно, какая-то грусть в том плане, что это дети, все-таки оставшиеся без родительского внимания и тепла. Ну, вы знаете, в принципе, дети, которые остались без родительского внимания и тепла, я хочу сказать, что у нас детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, которые вот сегодня находятся на нашей подконтрольной территории, 1430. Вот. Но это не говорит о том, что эти все дети без внимания взрослых. У нас порядка 1029 детей – это те, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей. Вот. И оставшаяся часть – это дети, которые все равно находятся в интернатных учреждениях. То есть, понимаете, ну, нельзя так говорить, что они, да, они оставлены родителями, но все равно эти дети или под контролем и опекой государства, или под контролем опекунов или попечителей. Поэтому, ну, в любом случае, любое мероприятие, да, это ответственно, да, это очень сложно, непросто, но я хочу сказать, что вот если на уровне области, то этим занимаются, допустим, не только наша служба по делам детей. К этому активно привлекается и управление культуры, и вот сегодня все руководители области, вот я только часть сказала вот о том, как были посещены там дети, кто, какое внимание было уделено. А вот у нас все заместители городского, нашего областного головы, вот руководителя администрации, были, тоже принимали участие в каких-то вот праздничных мероприятиях для детей. Вот в Северодонецкой школе-интернате были очень большие мероприятия, вот очень много гостей с приглашением. Обязательно принимал участие заместитель председателя областной администрации. Первый заместитель посетил Попаснянский район, Горскую школу-интернат. То есть, ну, понимаете, я же говорю, к этому
работе подключаются абсолютно все. Это нельзя сказать, что занимается один отдел или одно управление. То есть это наше общее дело, и мы прекрасно понимаем, что коль это праздник, коль это детский праздник, то он должен быть интересным, красочным, вот, и обязательно содержательным, чтобы детям это запомнилось, вот, и как-то не было потом никаких вот вопросов, что вот что нас пригласили в область. Но если приглашаем в область, то мы должны показать свое лицо. Ну, говорю, вот сегодня там у нас и епархия принимала участие в нашем мероприятии, управление культуры занималось, очень большую ношу на себя взяло. Вот, сам музыкальное училище, руководство тоже там. Понимаете, ну, я же говорю, в принципе, я же говорю, это дело каждого и чести, дело, вот, чести каждого из нас, каждое отдела, каждого управления в администрации. А сьогодні ви дуже багато відвідали різних місць, так, різних містів. А ви, що вам найбільше запам'яталось? Чи була якась дитина, яка найбільше вам запала до серця? Ви казали про дівчинку, так, яка після концерту до вас підійшла, вся на враженнях, на емоціях. А був хтось ще такий? Ну, ви знаєте, так, любое посещение, любая встреча с детьми, она, конечно, оставляет впечатление. И такого не бывает, чтобы потом вот это вот пришел и про это забыл. В любом случае, ну, все пропускаешь через себя, через свое сердце, через свою душу. Да, конечно, сегодня, вот, допустим, я даже не хочу никого вот как-то там выделить, потому что, да, вот мы сначала приехали, первое посещение у нас было детский дом семейного типа семьи Зубко. Настолько тоже дети все такие впечатлительные, они благодарные. И вот у каждого свои впечатления. Благодарны за подарки, благодарны за то, что вот они такие, что у них сегодня есть возможность развиваться, учиться, посещать кружки. Но, понимаете, всегда неизгладимое впечатление, ну, я, наверное, уже об этом говорила, оставляет наш Центр социально-психологической реабилитации, где, будем говорить, я уже рассказывала, дети действительно из сложных семей, с сложными обстоятельствами, которых действительно очень много пришлось пережить. Вот сегодня я встречалась с девочкой, ей 16 лет, в марте будет уже 17. Она учится на втором курсе ПТУ, на парикмахера. Вот. Ну так, я говорю, так ты уже и стричь умеешь. Да, некоторые прически у меня уже получаются. Но проблема у нее в другом. Вот. Их забрали из семьи, пока маму не лишили родительских прав. А у нее есть младший братик. Братик, который сегодня находится в другом интернате. Девочка в приюте, ну или в центре реабилитации. Мальчик в интернате. И вот она сегодня обеспокоена тем, что она не может встречаться с братом. И даже какое-то время не могла с ним говорить по телефону. Ну, хорошо, вот нам подсказали, допустим, вот я не была этот месяц в приюте, в центре реабилитации. Были волонтеры и подсказали, что вот у девочки есть такая проблема. Вот они помогли ей найти номер телефона. Ну, просто как-то вот она сама в себе это таила и не могла никому поделиться этой бедой, этой проблемой. Вот. Но сегодня мы решили вопрос с лисичанской службой, с центром реабилитации, что она не просто будет разговаривать с братом по телефону, а и вот они поедут завтра уже в реабилитационный центр Новоайдара, и там обязательно девочка встретится с братиком. И она рассказывает, что нам же тут много подарков дают, всяких сладких. Я ему уже отложила и сладкий подарок, и игрушечки, и там какие-то там мандаринки. Понимаете? Ну вот впечатляет, конечно же, впечатляет, и не остаешься вот как-то, такое забыть нельзя, потому что эти дети, ну, они требуют особого внимания и друг к другу тянутся. Вот, а если он хочет встречаться, братик с сестричкой, сестричка с братиком, мы вообще стараемся. Но вот получилось так, что пока мама не лишена родительских прав, поэтому пришлось их разделить по разным учреждениям. А в идеале, конечно, вот тут уже на помощь должна прийти приемная семья, детский дом семейного типа, чтобы их воссоединить. Потому что мальчик не может находиться в центре, а девочка уже в силу своего возраста, и поскольку она учится, не может находиться уже в училище или там не в училище, а в интернате. А от наскільки часті є такі випадки, коли беруть батьки не тільки одну дитину, а ось сестру та братика, чи дві сестри, тобто коли родичів всиновлюють?
Это ответственность, просто не одна дитина, одразу дві. Вы знаете, ну если говорить об усыновлении, да, у нас усыновление – это самая приоритетная форма воспитания. Вот у нас существуют разные формы семейного воспитания, но усыновление – это самая приоритетная форма воспитания. Конечно, есть желающие, которые бы хотели взять детей, и у нас таких сегодня кандидатов в усыновители вот по области порядка 47 человек. Но, как правило, на усыновление желают взять ребенка, ну, маленького по возрасту, в лучшем случае от 0 до 3 лет, но, может быть, в каких-то исключительных случаях до 5. Ну и, как правило, берут по одному ребенку, это редко, когда есть желающие там на 2, а тем более 3. Ну, хотя в этом году у нас уже там есть несколько групп, когда взяли по 2 детей. Но немного, я же говорю, но больше, и даже больше у нас берут с других областей, западных областей, с той же Львовской, Ивано-Франковской. Тут батьки звідти приезжают сюда и берут дитину? Да, да, ну мы тоже, если вот видим, что наши усыновители не изъявляют желание взять 2 детей, то мы начинаем работать с другими областями, предлагать по другим, и нам иногда звонят. Вот, в принципе, сегодня работает же и портал «Сиротству нет», а вот и «Измени одну жизнь». Поэтому смотрят по сайтам, если есть детки, братики, сестрички, а мы, как правило, братьев и сестер не разрываем, то приезжают и смотрят, если устанавливают контакт, то дети идут на контакт, то они готовы их забрать и проходят суды здесь уже у нас в области, и после этого, конечно, забирают деток. Вот. Но, я же говорю, как правило, это детки маленького возраста и, как правило, по одному ребенку. Но вот здесь почему на сегодняшний день и создаются детские дома семейного типа, приемные семьи, что особенно в детских домах, но детский дом семейного типа, типа, это такая семейная форма воспитания ребенка, где направляют детей, до 5 человек можно принимать, вот, но до 10 вместе с родными. А вот поэтому, как правило, вот там-то и воспитываются вот, по родственные группы, где братики, сестрички, которых мы не можем разрывать. Вот тот же пример, когда мы сегодня были в том же, в той же семье Зубков, детский дом семейного типа. Там, значит, трое деток с одна родственная группа и трое деток другая родственная группа. То есть братья и сестры не разорваны, что для детей в большинстве, вот они очень болезненно это воспринимают, особенно если они жили в одной семье, вместе воспитывались там, или ну, вот есть, как правило, старшие дети ухаживают за младшими. Поэтому вот для того и создаются детские дома семейного типа, чтобы, как правило, туда определять родственные группы и детей больше, более старшего возраста, потому что, как я уже сказала, младшие детки, они, ну, уходят на усыновление. Вот. Ну и следующая форма воспитания, которая у нас тоже вот одна из, ну, тоже распространенных, это приемные семьи, в которые можно направлять детей от 1 до 4. Вот. Ну, тоже, и, вот, как правило, дети более взрослого возраста, и тут уже, ну, 1 до 4 вместе с родными детьми. Вот. Но вообще самая распространенная форма семейного воспитания – это, конечно же, опека или попечительство. Почему я говорю опека или попечительство? Ну, опека у нас в возрасте до 14 лет, 14 лет уже оформляется попечительство. Здесь, как правило, на под опеку, я уже сказала, что у нас 1032 ребенка находятся под опекой. Вот это, как правило, бабушки, дедушки, вот родственники, ну, родня, которая вот, установлены были раньше контакты с этими детками, вот, и они забирают детей под опеку. И в первом, и во втором, ну, кроме усыновления. Усыновление, тут вот, знаете, многие говорят, что вот почему они идут на это. Наверное, потому что платят там деньги. Но поддержка государства есть, конечно, определенно. Тут никто не отрицает. Вот. Но при усыновлении, если они усыновляют ребенка, семья, то платится, как при рождении ребенка, ну, вот там, в зависимости от того, первый, второй, третий,
И больше, конечно, уже ничего на этих детей они не получают. Если это опека или приемная семья, детский дом, то тут, конечно, получают помощь как в виде субвенции на детей. Это 2 прожиточных минимума на каждого ребенка и 35% от этой суммы на родителей-воспитателей. На одного из родителей-воспитателей. Вот это и в приемной семье, и в детском доме семейного типа. Под опекой, если ребенок находится, 2 прожиточных минимума, но опекун за это ничего не получает. А от щодо будинків сімейного типу, так, ви казали про те, що особливо у сім'ї, які переселенці, так, які з непідконтрольованої території переїхали, сказали про те, що зараз йде робота для того, щоб в них було своє житло. Чи як це зараз проходить? Сказали, що одна сім'я вже живе в будинку, так, який поки що орендує, але я так розумію, що потім це буде вже повноцінно їх будинок. Як це зараз проходить? Ви знаєте, я взагалі хочу сказати, що да, у нас на сьогоднішній день, якщо на період початку війни у нас було 40 дитячих домів сімейного типу, то сьогодні, звісно, багато дома у нас переїхали жити на інші території, от, в Західну Україну. Ну, в принципі, географія дуже велика. У нас трудно сказати, де не знаходяться наші дитячі дома сімейного типу. Це і Київська область, і там їм, кстати, теж купили жилье. Це і Львовська область, це Івано-Франковська область, це Закарпаття. То есть, я ж говорю, географія дуже і дуже велика. Вот. Ну и у нас, значит, на сегодняшний день осталось 12 детских домов, но даже не осталось, а существуют, действуют. Вот. И один детский дом вот, у нас создан в этом году, несмотря ни на что, в Попаснянском районе тоже сегодня вот там посещает этот детский дом первый заместитель губернатора области. Тоже семья создала детский дом и на своей территории. Что касается предоставления жилья, то да, вы знаете, я же говорю, что мало того, что на других территориях, вот куда поуезжали наши детские дома семейного типа, вот купили дома, как я уже говорила, и в Киевской области, и в Закарпатье, вот у нас 2 семьи, которые предоставили жилье, во Львовской области, то бишь, ну никто по большому счету не оставлен без внимания. У нас, да, переехали 2 семьи, нас не под контрольной территории сюда на территорию подконтрольной Украину. И вы знаете, я же говорю, уже после того, как губернатор вот был с визитом в Станично-Луганском районе, встретился с этими семьями, и сразу было принято решение о приобретении домов. Деньги уже на эти дома выделены, то есть они уже на счетах районных администраций есть станицы Луганской. Я же говорю, в принципе, дома уже даже подобраны. Вот, и один прямо в самой станице, второй в Нижней Ольховой, вот, и, в принципе, дома, которые устраивают сегодня семьи. Вот, и, как мне сегодня сказал губернатор, что мы этот вопрос к концу года обязательно завершим с тем, чтобы семьи уже жили в новых домах. Вот. Ну и по большому счету, конечно же, вот такая поддержка на сегодняшний день, мы отслеживаем вопросы, чтобы своевременно выплаты были, вот, потому что ну, тяжело, конечно, без сегодня выплат субсидий, субвенций, которые положены, вот, отслеживаем. Ну и, конечно же, вот, особенно такие вот зоны, где станица Луганская, Попасная, вот, они не остаются без внимания и вот, международных, общественных организаций. Оказывается, очень большая благотворительная помощь. Сегодня вот, та же семья, которая уже живет в арендованном доме, вот, им общественные организации вот, передают, ну, мало того, что там не своевременно они не могли получить своевременно, потому что документы не пришли, а вот материальную поддержку, которая положена на каждого ребенка, то, как вот вчера я разговариваю с ними, они говорят, ну, выживаем за счет гуманитарной помощи. А вот, ну, и не только вот это продуктами питания помощь оказывается, и бытовой техникой очень много помощи вот оказали, и подушки, и постельное белье, и бытовую технику, и вот даже сегодня говорят, ну, мы к вам на мероприятие не приедем, которое у нас было
в музыкальном училище, о котором я раньше говорила. Вот, потому что мы ждем делегацию с Черниговской, по-моему, области. Они, говорит, обещали нам привезти компьютеры в одну семью, в другую семью, там, телевизоры. То есть, я же говорю, ну, внимание и поддержку, конечно, мы, ну, не то что гарантируем, но стараемся оказывать, и я думаю, что, в принципе, оказываем каждой семье. А ось ці організації, ви сказали про те, що громадські діячі багато допомагають, це зазвичай все ж таки представники різних регіонів в Україні чи міжнародні організації? Зараз багато і Червоний Хрест, і інші організації, які працюють у Луганській області. А ви знаєте, по-разному виходить. Але, як правило, це представники міжнародних організацій. А от ми дуже тісно співпрацюємо з Мерсікопом, з ЮНІСЕФом. А от вони дійсно дуже добре допомагають. І от навіть, розумієте, но мы прекрасно понимаем, что сегодня в тех условиях, в которых приходится вот пребывать нашим вот, особенно территориям, там тоже Попаснянский, Станично-Луганский район, Новоайдарский, то, конечно же, не только дети, но и взрослые нуждаются в реабилитации. Вот совсем недавно у нас проводились тренинги с Харьковским институтом социальных исследований, с ЮНИСЕФом и общественной международной организацией «Ластрада», которые нам помогают, которые проводят, реабилитируют уже даже сотрудников, вот, которым приходится заниматься с детьми, которым приходится заниматься вот, семьями. А сегодня действительно очень много проблем в той же станице Луганской. Вы знаете, и увеличиваются случаи суицидов, увеличиваются случаи развода семей. Это все, конечно, тревожно, вот, и не только среди детей, а именно среди взрослых. Поэтому работникам служб приходится это все ну, пропускать через себя, работать с этими людьми и как-то им помогать. Поэтому мы сегодня общественные организации, международные организации привлекаем и к тому, чтобы вот в таких вопросах нам тоже помогали. Вот если все-таки вернуться к детям и усыновлению, насколько сейчас часто усыновляют детей вот именно в нашей области, в Луганской? И вот как это можно популяризировать, по вашему мнению? Потому что, к примеру, в тех же наших европейских партнерских странах и в Америке в той же считается очень престижным усыновлять детей и очень благородным. Ну, вы знаете, в принципе, у нас тоже считается это действительно престижным, но, с другой стороны, сегодня тайну усыновления никто не отменял, поэтому мы, ну, если человек сам желает сказать об этом, это уже его право, а если сегодня он не хочет это оглашать, то мы, в общем-то, об этом и не говорим, что вот этот человек там взял на воспитание ребенка, если это приемная семья, если это детский дом, если это опека, то тут вроде человек нанимается на работу государства. А здесь это уже, собственно, дело личное каждого. Поэтому, ну, как сказать, конечно же, наполовину сейчас область сократилась. Если у нас раньше было там детей-сирот 600 тысяч, то сегодня их 100 тысяч. Вот, соответственно, и сирот меньше. Может быть, это и хорошо, что сирот меньше. Вот, но по большому счету, раньше мы, конечно, были там всегда лидерами. Второе, третье место было по усыновлению. Это до войны. А вот у нас много деток уходило на усыновление. И, как правило, уходило на усыновление нашими гражданами Украины. Вот не без того, что приезжали иностранцы, брали наших детей. Ну, иностранцы тоже берут то ли детей уже, у которых есть патология, то ли тоже братьев и сестер, чтобы вот, родственные группы. А то у нас на сегодняшний день вот, усыновлено 32 ребенка. И из них 29 – это гражданами Украины. Да, конечно, это не те показатели, не те цифры, о которых можно говорить, как это было раньше, но интерес у наших людей не сокращается, не уменьшается. И вы знаете, вот иногда там звонят с других областей, говорят, я говорю, ну, понимаете, я говорю, маленьких детей у нас у своих желающих есть. Вот, поэтому, говорю,
говорю, уже если тут наши будут какие-то отказы, то тогда мы будем уже приглашать вас. Ну, а как? Вы, мол, не меняется политика, не меняется ситуация, а вот у вас же там война идет. Несмотря на то, что идет война, несмотря на то, что вроде как, ну, сложно и должно быть страшно, то людей это не пугает. У нас очень многие вот и хотели бы, вот и ждут сегодня детей, которых можно было бы взять на воспитание в семью. И мы сегодня, ну, все усилия прилагаем. Вы знаете, вот вы задавали мне вопрос, а как, вы говорите, вот впечатляет что-то там, какой? Вы знаете, вот у нас уже среди наших сотрудников, если сегодня вот определили ребенка, радуешься за него, как за родного, что вот он определен, что дай бог, чтобы была нормальная семья, чтобы все было хорошо. Вот. Хотя, конечно, вы знаете, вот многие говорят, вот такой вот механизм, вот нужно от этого уходить, там много бумаготворчества. Да немного бумаготворчества, просто вот мы перед собой сегодня, перед работниками служб городов и районов ставим задачу в одном, что если мы забрали ребенка из семьи, если мы его изъяли из семьи, то мы ни в коем случае не должны его поместить в такие же условия, в которых его забрали. Поэтому исследуется семья, изучается семья, которая сегодня хотела бы взять ребенка, особенно на усыновление. Вот. Ну и безусловно, в дальнейшем проходит контроль. Вот, понимаете, может быть, не всем это нравится. Да, многие просят, говорят, вы когда будете приходить с контролем, вы, пожалуйста, не объявляйтесь, мы бы хотели, чтобы соседи не знали и дети не знали. Наши работники служб находят такие варианты, как это проверить, но семья проверяется и должна проверяться. Пані в любом Раїса, случае. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні були в нашій студії. На жаль, вже наш час завершився. Ми будемо сподіватися, що кожна дитина буде все ж таки зростати у люблячі та сім'ї, яка буде про неї піклуватися. Це наша головна задача. А я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Раисой Родиной, начальником службы в вопросах детей Луганской облгосадминистрации.